Ратифікація в Україні Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 допоможе захистити наших моряків від дій недобросовісних роботодавців. В будівлі Міністерства інфраструктури України тільки-но завершила свою роботу міжвідомча нарада щодо ратифікації Україною Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року. Україна стала ще на один крок ближче до ратифікації. Для приведення українського законодавства у відповідність до документу буде створена міжвідомчу робочу групу під загальним керівництвом заступника голови Укрморрічінспекції Миколи Савіріна. В сьогоднішній нашій програмі ми надаємо вашій увазі ексклюзивний матеріал виступу заступника міністра інфраструктури України Дмитра Демидовича з оголошенням офіційної позиції міністерства. Я хотел бы сказать, что, наверное, нет смысла мне сейчас идти по нормам этой конвенции, так как дискуссия по отношению к этому вопросу на Украине длится уже достаточно долго, с 2006 года. Причем она была абсолютно в разных форматах, и вы все как представители заинтересованных сторон, я уверен, что уже наизусть знаете ее нормы. Вот. Причем, наверное, уже на языке оригинала, и была масса дискуссий, и сегодня мы бы хотели... наверное, Министерство инфраструктуры высказать свою очередной раз официальную точку зрения для того, чтобы мы могли дальше, сверив часы, так сказать, двигаться совместно с вами в зону ратификации этого документа. Я раньше не участвовал в данной дискуссии, хочу объяснить почему. Я не так давно... начал работать активно с морской отраслью, значит, с начала текущего года. Данные события совпали с проводимой реорганизацией. И все вы знаете о том, что создана администрация морских портов. Мы провели реорганизацию государственных предприятий. Подготовили больше 20 соответствующих постановлений Кабинета министров, которые, скажем так, имплементировали закон Украины о морских портах. Естественно, все это требовало массу времени, массу внимания, массу усилий. Вот. Но на сегодняшний день, когда все это хозяйство уже заработало, естественно, есть вопросы, мы их обсуждаем, встречаемся, обсуждаем и с трудовыми коллективами, обсуждаем и с профсоюзными организациями, обсуждаем и с ассоциациями. Вот. Но, по крайней мере, уже понятно, куда плывет наш корабль. То, с точки зрения этого вопроса, я внимательно следил за всеми публикациями, которые были, я внимательно следил за теми статьями, которые были в интернете. Я с интересом посмотрел последнюю дискуссию, которая была... проходила в Одессе, проводила, значит, областная администрация, это было буквально сентябрь или конец августа, или начало сентября месяца. Я посмотрел все доклады, вот, и думаю, что со многими я принципиально согласен, но думаю, что сегодня необходимо еще раз вернуться к этим вопросам и посмотреть, где мы есть, и посмотреть перспективы данного вопроса. Данная встреча проходит исключительно по моей инициативе, поэтому я хочу еще раз поблагодарить вас за ваше время, за ваше участие, вот, и за ваше желание участвовать в этих дискуссиях. И я, знаете, я чувствую определенную моральную ответственность за то, что эта конвенция до сих пор не подписана, не ратифицирована. Почему? Потому что за этой конвенцией стоит как минимум 75 тысяч наших украинских моряков, наших украинских граждан. И естественно, как бы анализируя те письма, которые мы получали письма абсолютно с разных ассоциаций, абсолютно, в которых были абсолютно разные мнения. Одни письма, в которых писалось о том, что конвенцию нельзя ратифицировать, другие абсолютно диаметрально противоположная точка зрения о том, что ее необходимо ратифицировать. Естественно, как бы такие всегда вопросы, когда есть конфликт интересов, они как бы обращают на себя внимание. Но что я вам должен сказать? Читая письма, четко понимаешь о том, что промеж строк есть лукавство. Я читал наши письма, когда министерство отвечает, и мы всегда пишем по-министерски, знаете как, непонятно о чем. Вот. И у нас этот фокус ратификации сместился, ушел в процесс. В процесс переписки, в процесс обсуждения, в процесс непонятно чего, но точно не результата. Поэтому я считаю, что сегодняшней встрече мы должны с вами поставить точку в этом вопросе и приложить максимум усилий, чтобы этот документ как можно быстрее получил
ратификацию получил свою новую жизнь на Украине. Мир изменился, значительно изменился, и все мы с вами являемся свидетелями того, что изменилось. Все мы с вами помним хорошо 2008 год, когда до 2008 года, особенно это касается Украины, с 4 по 8, пошли инвестиции, был подъем, начал укрепляться доллар. Помните, был курс у нас 5,1, 7-8 год, потом он начал снижаться до 4,5-4,7. Вот, но потом все это вмиг рухнуло. И как сказали аналитики, вернее, кто из аналитиков вообще мог предположить, что такое было? Ну, объяснить, почему это произошло. Все это дело повесили на то, что финансовая система работает неправильно. Но я думаю, что, наверное, и тому есть подтверждение, мир работает неправильно. Мы все с вами стали свидетелями с 8 по 13 год массы событий. И Северной Африки, и войны, и сложности, и международные конфликты, которые продолжаются и по сей день. Так и ему, она требует изменений новых подходов. И у нас нету с вами другой дороги, как не согласиться с тем, что предлагает международная сильная организация, и с тем, с чем согласилась уже 51 страна. Я же думаю, мы с вами не думаем, что мы с вами самые умные в данном случае. Я извиняюсь за сравнение, но, наверное, данный тезис, он как-то неуместно немножко звучит. Конвенция вступила в силу 20 августа 2013 года, ее ратифицировало 51 государство. Общий тоннаж флота составляет 76%. И надо обратить внимание на то, что ее, конвенцию эту подписали как страны флага, то есть те страны, которые имеют крупные судоходные компании, так и те страны, которые являются экспортерами морского труда, экспортерами моряков. В том числе относится к ним и Украина. И конвенция в первую очередь защищает интересы наших граждан. Так о чем нам с вами еще необходимо думать, когда за этим вопросом стоит 75 тысяч людей? О чем можно еще думать или рассуждать? Конвенция дает абсолютно, скажем так, понятные правила и условия работы моряков. Она дает право на отдых, право на получение зарплаты, право на медицинское обслуживание. То есть это те абсолютно понятные ценности жизни для каждого человека. И не содержит в себе каких-либо требований, которые, скажем так, невыполнимы со стороны Украины. Есть, конечно, спорные вопросы, но я считаю, что они исключительно технические. И мы сегодня с вами их на протяжении нашей конференции или нашей встречи обсудим. Но все остальные вопросы, они лежат, скажем так, в плоскости производных от основного вопроса, от защиты нашего моряка. Это все остальное производное. Что я имею в виду? Абсолютно неправильно, когда агентство по найму моряков работает на рынке и не отвечают за... И не несут, вернее, ответственности за судьбу тех людей, которых они отправляют на работу под иностранный флаг. И мы с вами знаем массу событий и текущего года, и прошлых лет, когда наши моряки не получают зарплату, становятся заложниками ситуации, попадают в плен. Вот. И я должен сказать, что уже в текущем году я был вынужден подписывать некоторые письма, когда обращаются к нам по линии МИДа и говорят, вот есть сложности в такой-то стране с таким-то судовладельцем, там работают ваши моряки, надо что-то делать. И мы как Министерство инфраструктуры, как бы это ни было печально, вынуждены писать, что моряки работают на законных правах у иностранного судовладельца, и мы как Министерство инфраструктуры на данный вопрос не можем никакого оказать влияния. Честно говоря, я получал несколько таких писем, которые был вынужден подписывать, но у меня рука дрожала, когда я подписывал эти письма, потому что кто несет ответственность в итоге за этих людей? Получается, что никто на Украине за них не отвечает. А это 75 тысяч человек. Это те люди, у которых есть жены, у которых есть дети, которые такие же, как и мы, имеем обычные, нормальные человеческие ценности. Вот они у нас остались без прав. Почему? Потому что нет этой конвенции. И мы 6-й год продолжаем дискутировать, продолжаем говорить о том, что Украина не соответствует. Мы продолжаем говорить о том, что эта конвенция не нужна. Мы пишем письма на президента и убеждаем президента страны о том, что это полный бред.
Но это как минимум не по-человечески. Я извиняюсь, что я говорю на языке не терминологии, а на языке эмоций. Но этот вопрос, он просто уже стал. Мы его сами перенесли уже в разряд эмоциональных вопросов. И необходимо, повторюсь, но в этом вопросе необходимо ставить точку. Конвенция позволяет, по моему мнению, на 100% защитить нашего моряка от недобросовестного работодателя. И совсем, по моему мнению, абсолютно очевидно, что если судовладелец не готов платить за найм работника, то, что предусматривает конвенция, а у нас, я понимаю, зона конфликта, если говорить на русском языке своими словами, вернее, не своими словами, а прямым текстом, у нас зона конфликта в том, что агентство не готово уходить от той формулы работы, которая была все 20 лет. Но если судовладелец не готов оплачивать, значит, услуги по найму, то о какой ответственности этого судовладельца мы с вами можем рассуждать? Поэтому необходимо строить новые, абсолютно другие условия работы этих агентств. Давайте посмотрим историю. Я недаром сказал о том, что мир изменился. Да, все вы знаете, наверное, помните такие компании, как Kodak, Polaroid, в конце концов Nokia. Я думаю, что здесь у половины, наверное, мобильные телефоны фирмы Nokia. Вот, но где эти компании сегодня? Их практически нету. Почему их нету? Потому что они не соответствуют времени, они не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к ним. Точно так же и агентства. Если они не соответствуют требованиям, которые к ним предъявляются, если они не несут ответственности за тех людей, которых они отправляют во все концы мира, во все точки света, то к чему эта дискуссия? Время, коллеги, берет свое. И в данном случае конвенция – это не просто закон, это тренд. Вот, и никуда мы с вами не денемся. Рано или поздно мы эту конвенцию все равно подпишем. Нас жизнь заставит. Вот, но зачем доводить это дело до абсурда? Зачем развивать в людях какую-то революционную составляющую? Зачем нам ждать тех плакатов, тех обращений морского сообщества, чтобы мы ратифицировали эту конвенцию? Давайте пойдем навстречу. Потому что... Когда речь идет о 75 тысячах, это очень великая цена. И взвешивать плюсы и минусы этой конвенции на одну часу весов вложить 75 тысяч человек, а на другую часу весов вложить неудобство работы агентств, это очень высокая цена. Это несопоставимые вещи. И каждый из вас должен это четко понимать. И мы с вами уже получили первую ласточку. Это... Те обращения, которые мы читали, которые обсуждались и в Одессе, это значит, требования Панамской морской администрации по отношению к нашим судовым поварам. Вот. И я глубоко уверен, что это первая ласточка и далеко не последняя. Конвенция только сейчас вступила в силу, она сейчас наберет обороты за год, за два. И мы с вами через два года ни одного моряка никуда устроить не сможем, ни на одно судно. И я хочу, чтобы вы не забывали о том, что даже если мы с вами конвенцию не ратифицируем, даже если мы с вами не будем делать шагов, направленных на ее имплементацию, ну к нам, самое интересное, ее нормы и требования будут применяться. Так кого ж мы обманываем? В первую очередь сами себя. Загоняем в тупик, делаем массу сложностей и при этом все дружно закрываем глаза на ту проблему, которая есть в отрасли. Я извиняюсь за, наверное, излишне эмоциональное свое вступительное слово, но я хотел бы, чтобы вы четко понимали то эмоциональное состояние, которое сегодня имеет Министерство инфраструктуры. Вот. И все, кто с нами, мы готовы двумя руками поддерживать и вместе с вами идти вперед. Есть, конечно, масса, скажем так, этой конвенции, масса вопросов, в которых действительно Украина не дотягивает. Но я повторюсь, это все технические вопросы. Но один из них, например, что Министерство здравоохранения не опубликовало список больниц, которых может, ну, могут, услугами которых может пользоваться моряки. Но разве этот вопрос сопоставим с возможностями, которые дает эта конвенция?
Ну и сдаст Минздрав соответствующий список, появятся эти больницы. Понятно, что им не хватает финансирования, понятно, что у них есть комплекс своих вопросов, но суть-то не в этом. Не это самое главное. Не самое главное, что не хватает больниц. Самое главное, что мы должны с вами идти вперед. И назад у нас с вами дороги нет. По крайней мере, в этом вопросе. Я благодарю всех за внимание. Я думаю, что мы сегодня послушаем все точки зрения. И могу сказать, в любом случае, даже несмотря на свои эмоции, что к любым точкам зрения я отношусь очень и демократично, и с большим пониманием. Так я тоже понимаю, что за вами стоит бизнес, за вами стоят люди, вот, и вы отстаиваете свои интересы. Но я предлагаю не загонять кого-то в угол, участников этого вопроса. Я предлагаю на все это посмотреть под другим углом зрения и найти какие-то компромиссные решения. По моему мнению, мы как министерство, и наше министерство болеет этим, и все прочие ведомства, с которыми я сталкивался на протяжении 2 лет своей работы в данном министерстве, да, мы всегда работаем с гибночинного законодательства, будь она неладна, это фраза. Мы работаем ради процесса, а не ради результата. И мы доработаемся до того, что 75 тысяч человек останутся без работы. А мы будем рассуждать о законах, мы будем рассуждать о фразах, о юридических этих терминах, о трактовках, соответствует оно закону, не соответствует оно закону, дали мы свои зауважения, не дали мы свои зауважения, будем обмениваться письмами, а ВОЗ будет там, сзади нас с вами. Дали заинтересованные ведомства, в том числе и Министерство инфраструктуры, свою позицию о том, что не за ратификацию, дали. Есть общественность. Сколько было круглых столов по этой теме? Ну давайте запустим этот закон. Какие еще необходимые расчеты, просчеты, чтобы доказать, что этот вопрос важен? Необходимо, чтобы 75 тысяч моряков сюда приехало в Киев? Или что необходимо сделать? Я извиняюсь за эмоции, но тоже вы же поймите, суть-то давайте, мы, к сожалению, работаем не ради результата, а ради процесса. И мы вообще забываем о том, что слева, справа, сзади, впереди есть масса людей, которые от нас ждут совсем другого. Которым все равно, как в этом законе обозвали эти клюринговые агентства, агентство по найму или как их называют. Ведь не в этом же, не это же самое главное. Конвенція про працю у морському судноплавстві чітко регламентує трудові відносини між моряком і роботодавцем, у якого фактично не буде можливостей не оформити належним чином моряка та не виплатити йому заробітну плату. Також документом передбачено механізм контролю за дотриманням та забезпеченням її виконання державою прапора і державою порту в рамках процедур портового контролю, згідно з якими всі суда, що ходять під прапором держави, членам МОП, повинні мати і регулярно підтверджувати свідоцтво про відповідність трудовим нормам у морському судноплавстві та декларацію про дотримання трудових норм у морському судноплавстві. Говорить о том, что сегодня у нас, скажем, препятствием является Минсоцполитики, это не так. То есть они делают свою работу. Я повторюсь, эту фразу терпеть не могу в рамках чинного законодательства, точно так же, как и мы в ОМОН. Вот. Я думаю, что здесь есть возможность там, этот сложный узел развязать. Просто надо необходимо в самое ближайшее время сесть за общий стол именно Министерство инфраструктуры, Министерство социальной политики, кто там еще у нас, Минздрав, ответственное за реализацию этих вопросов, сесть и проговорить, как мы дальше будем это делать. Ну, для того, чтобы у нас просто был единый взгляд. Мы, в конце концов, сегодня именно для этих целей и собрались. Ну, по крайней мере, у меня было 2 цели. Первое, я хотел со всеми познакомиться, с теми, кто пишет письма на министерство, со всеми заинтересованными органами. И эта цель удалась для исключения нескольких буквально контактов. Поэтому повторюсь всем огромное спасибо. Ну и второй вопрос, я хотел своими ушами услышать те сложности, те риски, о которых вы говорите. Потому что одно дело написать, то есть бумага стерпит все, другое дело дать понятный, внятный комментарий. Потому что повторюсь, что у многих письмах было лукавство откровенно. Вот. И я хотел услышать от тех людей, которые пишут лукавство, их
комментарии жизни через, скажем так, через те встречи, которые были до сегодняшнего дня. То есть поменяли они свое мнение или нет. В моем понимании, что мы сегодня уже, там, ну пусть не на 100%, но на 95% имеем общий взгляд. И те, кто вчера был против, в принципе, там, потихоньку становятся нашими сторонниками. Почему? Потому что понимают, что, скажем, ну, такая деструктивная позиция, она с какого-то времени начнет играть против них. Вот, поэтому вынужденно все мы становимся с вами союзниками. И это, даст Бог, все у нас вместе получится. Вот поэтому я предлагаю, чтобы мы в ближайшее время, буквально завтра, подписали письмо и пригласили к нам в гости Министерство социальной политики и прочие ведомства для проведения этого круглого стола нашего внутреннего и определения дальнейших задач, связанных с этим, с проектом закона по ратификации. И тогда мы уже там посмотрим все эти тонкости, сложности и так далее, то есть обсудим с вами, как нам вместе можно этот вопрос толкнуть и что для этого необходимо, какие двери необходимо стучаться. Я попрошу вот еще юридическую компанию, извиняюсь, не помню название, вы представились. Вы тоже дайте, пожалуйста, свое заключение, чтобы мы могли, скажем, ну, до конца текущей недели, чтобы мы могли, скажем так, через препон, через призму, скажем, юридических определенных моментов, на этот вопрос посмотреть. Вот, поэтому я предлагаю, чтобы мы, скажем так, не доводили ситуацию до конфликта. Вот, и не показывали, не начали показывать друг на друга пальцем о том, кто сделал больше, кто сделал меньше. Ми повинні планомірно рухатись у напряму імплементації міжнародних стандартів, принципів, регламентів і директив у наше законодавство, що безумовно дозволить забезпечити гідні умови життя та праці українським морякам на борту судна. Ратифікація конвенції МОП-2006 дозволить забезпечити необхідний рівень конкурентноспроможності вітчизняного флоту в секторі міжнародного морського бізнесу, що відповідає інтересам та зовнішньоекономічним пріоритетам України. Продовження про роботу міжвідомчої наради в наших наступних програмах.